дорогие друзья и болельщики «Спартака». Сегодня я поздравляю вас с Новым годом. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Это был год свиньи, следующий крысы. Хотя, какое ко мне это имеет отношение? В этот праздник вы должны собрать и обнять всех своих друзей. В новом году мы не будем обижаться на ВАДА, которые заставляют нас играть под другим флагом. Ведь, судя по поступкам, они сами играют под другим флагом. 2020 несет нам новые вызовы, а кому-то все те же вызовы в молодежку. А почему едет он, а не я? Поздравляю всех, пожарных, врачей, сантехников и других игроков Сан-Марино. Знаю только с хорошей стороны, от души целую вашу душу. Желаю успехов спортсменов всех видов спорта и даже такого непонятного, как бобслей. Желаю вам в этом году беречь свой тыл. Слуцкому желаю, чтобы у него все получилось в Европе. Ну, Казань же тоже Европа, правильно? Денчик, желаю не изменять себе. Всем остальным ты уже изменил. Зенит, Спартак я не люблю. Черчесову, помимо усов надежды, желаю отрастить бороду слабенькой надежды обыграть бельгийц. У нас надежды нет. Ну и, конечно же, себе. Желаю прыгать как Роналду, чтобы смотреть, кто орет про меня гадости на стадионе. В Лиге чемпионов попасть в следующем году в группу с Цервеной Звездой, Оренбургом и Шальке. Ну и, конечно же, обещаю, что в продолжении сезона все будут биться как львы. Ведь игры будут только в России. В Новый год исполняются все желания. Поэтому, друзья, я пошел...